А перед началом этого видео я бы хотел посоветовать вам профессиональную студию веб-дизайна Counterfrag. Ребята делают на заказ аватарки, шапки, превьюшки и многое-многое другое. А также на этом сайте есть видеоуроки, так что, ребят, переходим по ссылочке в описании, я думаю, вы для себя что-нибудь найдете. Всем здорово, народ, вы на канале Бублик Channel, и это долгожданная погоня без лагов. Вы это слышите, да? Погоня и без лагов. Это, по-моему, на моем канале это что-то несовместимое, конечно, но да. Наконец-таки я смог записать ее. Это все происходило, опять же, на стриме. Вот, поэтому ссылочка на стрим будет в описании, вы сможете посмотреть целиком. Также в конце будет некий бонус, он будет связан с погоней. Но там не будет погони, там просто будет какой-то трешак твориться, поэтому обязательно досматривайте до конца. Кто захочет увидеть полную версию, еще раз повторяю, по ссылочке в описании есть стрим, так что переходим и смотрим полностью. Ну что ж, ребята, я желаю приятного аппетита тем, кто кушает, приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее и погнали. А, да, ребята, и чуть не забыл это, лайк поставьте, пожалуйста, и на канал подпишитесь. Все, вот, а теперь погнали. Ой, 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 поехали! Начинается. Давай, Бублик, топи в пол. Какой в пол? У меня штрафы приходят. Мы будем ехать вот так, по чуть-чуть разгоняться, иначе я от них в точку уйду. Не останавливаться. На. О, стоп. Стоп. Что-то они отстали немного. Ребят, звуки скачаны с канала Одинцовский. У меня есть даже отдельное видео по поводу звуков. Ну, здесь просто дал-дал дома, и все, и дал-дал ушел. Фура, фура, фура! Блядь. Пидорская фура. Фура, кстати, во время в ДТП виновата, так что я не обязан там выходить, ничего. Он не посмотрел, что я тут летаю по главной. А где полиция? Ну, что-то они отстали. О, X5 подключили, фига. Ля-ля, смотри, едут. Бублик, в эту пятницу будет гонка. А, хуй вам. Какая гонка? Типа, вот это, в группе Racing Club. Наверное. Там, сказали, что в эту пятницу будет гонка. Ну, значит, будет. Будешь там? Конечно. О, я на Даджи тоже там приеду. А, как они там? Ля-ля-ля, ну неужели? Ну ладно. Чё они меня радуют? Просто сейчас, сука. Ну все по красоте, пацаны, погоня. Нет. Окей. Слушай, у меня сейчас погоня, я тебя не слышу. Или не хочу слышать. Говорю, если что, поедем к полиции Нифнова, у меня там дочь. Да, да, ага, полетим. Дерево поймал. 2 X5 едут за другим X5. Красиво, красиво идет. Уходим, 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 уходим. Ну мы по прямой от них неплохо прям уходим. Ну понятное дело, у меня все-таки. Ой-ой-ой, тут надо, вот это надо пресекать. И здесь дал-дал дома, дал-дал ушел сразу. Сейчас он меня постарается догнать. А я случайно вот так влево поверну.
Ой. Хо-хо. Нифига не в бочину бьет. Улетел прям. Вот еще один X5. Томатомсна. Манчайни, что? Почему я это слышал? Мочайни. А я успею штраф оплатить? Или там уже штрафов столько, что пошел я на... Ой, извините, не то. А, понял. Так, просто уезжаем от них. Ну, 2X5 их держатся прям, вот они хорошо едут. Кто играл в Need for Speed Most Wanted, знает то, что там на определенных розыске... Ну, Артём, на что у тебя стоят стейджи? А, баланс, скорость, баланс. Спасибо за донат, Макс. А, там, короче, на определенном уровне розыска, прям навстречу тебе ехало два джипа. Вот эти 2X5 сейчас напоминают мне эти джипы. Манчайни. Ой-ой-ой-ой, ну я его по пингу задел. Тут как бы я его не тронул. Я бы остановился, но, братан, сорян. Ну вон, я вижу, они по карте едут за мной. А, нет, он не за мной, стоп, он свернул. Блять, эти ваши пинги. Пинги. Ля, едут, смотри. Это же они едут. Причем сильно. Это менты едут там, интересно? Да, а, это менты едут. Да, 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 это менты едут. X5 я вижу. Фуловый причем. Просто уходим, короче, от них вот так по прямой. Все штрафы наши. Придерживаемся принципа красный наш, зеленый общий. Да, и погнали. Выезжаем с города. Я думаю, поедем в сторону... В сторону чего? Невского? Не, в Невском жесть будет. Сейчас посмотрим, вообще они едут за мной или нет. Если едут, то мы сейчас просто уедем. Немножко их обмануть попытаемся. Обманка. А ну, посмотрим. Я не могу починиться во время погони, ребят. Там просто еще едут. Я погнал! Ёпты, жесть! Они все за мной, 5 патрулек! Пацаны, я, кстати, видел, как там Ешка поехала по этой херотене. По полям, ну ладно. Просто, я так красиво стоял, но... Почему там еще один X5 ехал? Я думал, 3 машины, а там 5. Еще Ешка потом подъехала, понял. Понял, принял, обработал. А даже здесь к нам, посмотрите, цепляются, серьезно? Ля, респект, неужели... Неужели они, короче, это четвертый сервер решил дать конкуренцию третьему серверу в плане погони? Всем ДПС за мной выехали. Всем отделом. Ебать. Там аудюха за мной уже едет. Я боюсь представить, сколько у меня штрафов. Ага, X5, понял. Самая опасная дорога, очень опасная дорога, но надо просто уезжать. Это пора все, это пора прекращать эти неровные моменты, потому что они меня так и поебать-то могут. А, я думаю, вот, ну, с этого момента пусть пойдет отчет, потому что нам сейчас никого нету. Ну как сказать, никого нету? Ну, полиция есть всегда и везде.
Хотите, ребят, увидеть, как летают полицейские X5? Хотите, сейчас я вам покажу. Этот сейчас улетит. Тупо мент на встречку вылетел. Так, это уже становится очень стрёмно. Машина дымится. Черный дым. Пару ударов и все. Держимся. Ой, извините. Уходим. Так, все, выезжаем за город. Надо ехать в Приволжск, потому что там у меня есть хоть на что я могу пересесть. Некоторые тачки есть. Некоторые автомобили. Сейчас главное... Я ни при чем, как бы, оно само как-то. Я, в принципе, сюда и хотел. В принципе, меня все устраивает. Здесь камер тоже нету. Но вообще я так не рассчитывал делать. Но раз получилось, то получилось. Я-то что, я не отказываюсь. Мне нравится. Тут тоже неплохо. Не знаю места, в котором можно сныкаться. Ага, Ешка, понял. Сныкался. Остановка. Если я дойду до этого места, это будет очень хорошо. 10 секунд. До чего 10 секунд? Ты можешь чиниться, 3 минуты прошло. А не, мы только что рядом с Ешкой Ментовской проехали. Только что проехали рядом с Ешкой. Ну, предупреждение же не дали. Ну, там написано то, что если она есть, типа, то это уже все считается, как бы, если они за нами едут. А, я понял, что да, ладно. Пустая машина стоит, значит, нормально, можем ныкаться. Ну все. Все, здесь уже нас не могут найти никак. Тут камер нигде нету, это я знаю. Это мы здесь уже не первый раз с вами прячемся, поэтому нормально. Жесть. Да, тут камера 100% нет. Жесть. 121 тысяча штрафов. С моими-то деньгами это просто это дичь, какая огромная сумма. 121 косарь, ребят. Ну что, мы ушли от погони? О, главврач приехал. Вот, смотрите, на СТО 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 СМП. 6 СМП. Еще и главврач, еще... А можно это как ГМП записать, пожалуйста? Да, на Критическом море, в натуре. У нас мероприятие, нам сказали сюда. Что за мероприятие? Я здесь живу вообще-то. Там туда. Можно мне, пожалуйста, в описании по машинам... А, да! Перекинь мне по-братски в ЛС ВК то, что ты писал. Тогда еще, я помню. Вот я подставлю в описание. Только потом напомни. Не забудь мне напомнить. Я забываю все, потому что я рыбка. А можно вы как бы поедете патрулировать город, там, провинция в опасности, там, люди гибнут, это там, ОПГшники грабят. Я хочу сесть просто в машину и уехать. Сколько здесь СМПшек, я не могу, я ору с этим. Я хочу полечиться. Вы не могли бы оказать мне медицинскую помощь? Фу, блядь, главврача задавил. Чекайте, это минус сотрудник ЦГБ, смотрите как. Отойди, говори. Голова болит. Бедный главврач. Отойди, он еще его на него наехал так. Че, блять, на мотоцикле задавили. Тёма, здорово. Чё за дичь? Я согласен. А что тут я просто понимаю? Да я. А я сам не знаю. Спасибо.
Так он должен был сзади сесть. Я не знаю, почему он меня спереди лечил, он, видимо, насрать. Машина с газона? Хуе. Хуе, в натуре такие номера есть? Хуе? Я не знал. Вы чё? Тёма, а если просто сесть и разъехаться? СМП. Нам тут делать нечего, все в ЦГБ. Блядь, и сел. Я даже водитель не вышел. Чё мы тут поехали? Мне жалко его. Вышел, кстати, пошел.